Систо в тройке с Лишкой и Морозовым. Стенквист с шайбой, бросок, наброс и гол! И Северсталь отыгрывает одну и весь. Почти весь еще третий период впереди у череповчан. Сейчас надо смотреть, там от кого залетела шайба в ворота. Наброс был осенний, Стенквист. Бурно радовался Морозов. Возможно, именно он последним коснулся шайбы. Но что сказать, Северсталь на этот гол наиграла. Отличная игра в атаке во втором периоде. Да, там забить не получилось. Не удалось реализовать большинство. Ну, тут не самый очевидный момент, наверное, для взятия ворот. Но отмечаем, что зрячий бросок. Не сильный. Но Егор Морозов находится на линии броска и здорово шайбу подправляет в верхний угол. Да, Егор Морозов, второй гол для него.